9 марта у нас будет грандиозное событие. Оно будет проходить в селе Соколово. Это бой, который вошел в историю. Было, на сегодняшний день мы провели реконструкцию музея боевого братства. Будет большая делегация чехов, словаков. Будет самая крупная в истории области реконструкция боя. Будут участвовать танки, самолеты. В общем, это будет очень знаковое мероприятие. И оно даст старт празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Я рад, что это будет на территории нашего района и что я принимаю в этом участие.